Для меня вообще большая неожиданность, что этот фильм приехал в Шанхай, и большой зал смотрит это, и мы говорим об этом. То есть для меня это приятная неожиданность, на которую я даже и не рассчитывал. Потому что многие годы мы продолжали работать и думали, что мы окажемся в ситуации Юрия Борисовича Нарштейна, который уже 30 лет снимает свой фильм «Шинель», и он сам говорил, что вы, кажется, повторяете мою историю. Вот, поэтому любые как бы сюрпризы, они для меня всегда очень ценны. И, ну, как бы жизнь сама подбрасывает какие-то подарки, когда чувствует, что она в чем-то провинилась.